예수님이 나를 구원하셨어요. 아멘. 나는 믿음으로 구원받았어요. 생명의 불균질 대신 예수 그리스도를 꽉 붙잡아요. 땅끝까지 이르러 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 내 증인이 되리라. 아멘. 아멘. 구원자 예수 그리스도 기억해요. 아멘. 준비 됐나요? 네! 어머, 5살 동생들이 인사할 준비가 된 것 같아. 다시 한번 물어보겠습니다. 힘차게 인사할 준비 됐나요? 네! 아, 우리 설레이는 만큼 그 마음을 가지고 하나 둘 셋 하면은 안녕하세요 인사하는 거예요. 하나 둘 셋 안녕하세요. 랩노트 여러분, 우리의 주인 대신 하나님을 찬양합시다. 우리 모두 자리에서 일어나세요. 하나님의 시간 속으로 고 아니고 영혼 속의 렘넌트 찬양할 거예요. 자, 우리 율동 준비하고 하나님께 온몸으로 찬양 드립시다. 찬양할 때 모든 흑암이 무너져요. 이것에 믿으면서 찬양해요. 플랫폼, 나는 하나님이 함께하는 복음 플랫폼. 나는 기도로 세상 지키는 파수꾼. 237 향하여 그리스도 전하는
두 번째 찬양입니다. 우리는 모든 흑암을 꺾는 예수 그리스도 이름을 가진 렘넌트예요. 우리는 세상의 빛 찬양합시다. 우리는 세상을 비추는 빛, 악한 마귀 우리를 유혹해도 하나님이 나에게 주신 복음 세상에 전할래요. 예수 그리스도 전할 거예요. 이 언약을 꼭꼭 기억하며 다시 한번 찬양합시다. 이 세상은 어두워져 참된 믿음 없지만 모든 사람 살리는 믿음의 자녀 될래요. 우리는 세상을 비추 우리를 유혹해도 하나님이 나에게 주신 복음 세상에 전할래요. 우리는 세상을 비추는 빛 악한 마귀 우리를 유혹해도 하나님이 나에게 주신 복음 세상에 전할래요. 세상에 전할래요. 말라트사 리티시 안사입니다. 아 сейчас будем молиться за богослужение. 오늘은 예배를 두고 우리 여섯 살 будет мама Ремната Сою Джун и помолится. Сложите руки и закройте глаза. Помолюсь. Живой Бог, благодарим Тебя, что позволил нам молиться за богослужение. В это время сокруши всю тьму, которая препятствует богослужению, и сойди Божьим Царством. И сегодня благослови, что Слово Божие в наших ремнантах запечатлевалось, укоренялось и становилось сущностью. Какие бы ни пришли проблемы и трудности, помоги им держаться за завет и не колебаться в вере. Дабы они не пошли, чтобы Словом Божьим происходило действие спасения людей. Нашим ремнантам помоги познать абсолютную причину, признать абсолютно невозможное и жить с благодарностью за абсолютно возможное спасение. Зная, почему приходят бедствия, пусть наши ремнанты станут теми, кто преграждает бедствие через семь башен, семь путешествий и семь указателей. Мы верим, что сегодня Ты призвал наших ремнантов не просто так провести богослужение, а наполнить их Духом Святым и явить Божьи действия. Пастор Ким Гитек, который будет передавать Слово, преисполни Духом Святым и даруй пять сил свыше. Еще больше дай благодати всем самоотверженным и молящимся учителям и родителям. Благодарение молимся именем Иисуса Христа. Аминь. Сегодня у нас тема «Громко вострубите трубою».
Все вместе давайте провозгласим. В течение недели этот стих вы будете читать в молитвеннике. Вы помните, что мы проходили на прошлой неделе? Два соглядатая направились в город Иерихон. Иерихон — это очень большой город, огороженный крепкой стеной. Как его захватить? Это невозможно. Вот беда. Что же делать? Как же попасть сюда? Как войти в этот город? То же самое и у нас. У нас могут возникнуть разные трудности и проблемы, подобно этому Иерихону. Чем старше вы становитесь, тем больше у вас будет трудностей. Как же нам быть? Повторите за мной. Что же делать? Вот сегодня мы об этом поговорим. Как же Иисус Навин одержал победу? Об этом говорится в Библии. В Библии много интересного. А сейчас, на счет три, мы отправимся в интересное библейское путешествие. Вы готовы? Тогда поехали. Не слышали, какие идут слухи? Что за слухи? Не слышали, что ли? Да ну. Что? Серьезно? Поэтому она не пришла в школу. Что там случилось? Мне тоже расскажите. Ты представляешь? Так, начинаем урок. Учительница пришла, пойдемте. Пройдемте по списку. Оханна. Канханбель. Ким Сойон. Учитель, сегодня Сойон не пришла. А, точно, ее нет.
Почему она не пришла сегодня? У нее дома возникли большие проблемы, поэтому она не смогла прийти в школу. Что? Проблемы? Учитель, а как нам поступить, если у нас возникнут большие трудности? Все семь ремнантов встретились с огромными трудностями. Как же нам быть, когда мы сталкиваемся с проблемами? Ой, куда я попала? Что это на мне? Генерал, генерал Иисус Навин. А, я Иисус Навин. Да, я вас слушаю. Двое соглядатаев, которых вы отправили в Иерихон, они вернулись. Двое соглядатаев. А что они рассказали? Что они увидели? Народ Иерихона сейчас находится в страхе. Все их руководители сбежали. А, так? Тогда мы можем наступать. Но есть большая проблема. Какая еще проблема? Город окружен неприступной стеной. Как нам проникнуть вовнутрь? Ни о чем не переживайте. Бог дал мне слово. Бог дал вам слово. Thank you.
Вот я предаю в руки твои Иерихон и всех его жителей. Каждый день обходите город один раз. Но не просто так ходите, а с ковчегом завета впереди. Возьмите 7 труб юбилейных. И на 7-й день обойдите вокруг города 7 раз. И громко затрубите в трубы. Когда затрубят трубы, весь народ пусть воскликнет громким голосом. И стена города обрушится до основания. Иисус Навин с израильским народом обходили город Иерихон один раз в день, как и сказал им Бог. И вот наступил последний 7-й день. Как сказал нам Господь Бог, мы обошли Иерихон. И по Слову Божьему, стены Иерихона рухнули. Давайте все встанем и прославим Иисуса Христа, который сокрушил всю тьму.말씀 위에 서리라
여러분 아까 봤죠? 어, 이 보니까 크고 견고한 성에 Что Бог повелел сделать, когда израильтяне столкнулись с Иерихонской крепостью? Бог сказал один раз в день обходить вокруг города. Необходимо разрушить стены Иерихона. Как это можно сделать? Обходя их вокруг. Каждый день они делали по одному кругу. Ничего не говоря, каждый день они проходили вокруг города и возвращались домой. И так жизни. Жители Иерихона видели это и говорили. Смотрите, они не могут войти, поэтому просто так ходят вокруг. Но на следующий день они снова пришли. Тогда жители Иерихона стали обсуждать ситуацию. Стали говорить о том, как израильтяне вышли из Египта и теперь оказались здесь. Но что они делают сейчас? Снова и снова ходят по кругу, ничего не говоря, следуя за ковчегом Завета. И так шесть дней и ночей. Жителям Иерихона стало страшно. Что же они задумали? Перед этим народом раздвинулось Черное море. Что еще они задумали? Зачем следовали израильтяне, ремнанты? Что было впереди стана? Правильно, они следовали за ковчегом Завета. Ковчег Завета означает Слово Божие. Они шли, следуя за Божьим Словом. Что же сделали израильтяне в седьмой день? Они сражались? Нет, они громко вострубили в трубы. И когда затрубили трубы, весь народ закричал. Сейчас выйдут учителя, вострубят трубы, а вы на счет три громко закричите. Тогда стены Иерихона рухнут. Готовы? Давайте. Услышав трубный звук, народ громко закричал, и стены Иерихона рухнули полностью до основания. Кого они должны были спасти, помните? Правильно, они должны были спасти Раав. А как они узнают дом Раав? Правильно, по красной веревке, которую она привязала. Все родные, кто был в этом доме, спаслись. Раав стала прародительницей Иисуса Христа. Она ухватилась за завет. Ремнанты, запомните. Когда к вам придут трудности, подобно Иерихонской стене, вот что необходимо сделать, чтобы одержать победу. Вы должны стать ремнантами, которые держатся за завет Иисуса Христа, как Иисус Навин. Поднимите руки и повторите. Я чадо Божье. Еще раз скажите. Я Божий ремнант. Сейчас с учителями у вас будет школа пятницы, субботы, воскресенье. Вас ждет интересное занятие на тему Иерихона. Хотите за завет. Родители, учите своих детей, прежде чем они выйдут в мир, чтобы они одерживали победу без сражения. Когда придут события, как Иерихонская стена, держитесь ремнанты за завет. Бог непременно даст слово, чтобы вам одержать победу. Ремнанты, которые следуют за словом, одержат непременно победу. Родители и учителя, благословляйте наших ремнантов. Взрослые, скажите детям, люблю тебя. Теперь ремнанты, скажите
взрослым рядом с вами, учителям, родителям. Мы любим вас. Это ваша миссия на следующую неделю. Ремнанты, признавайтесь в любви маме, папе, своим близким. Также родители, признавайтесь в любви своим детям. Сделайте фото и отправьте в чат. Сейчас выберем топ ремнанта. Это ремнант, который хорошо проводил кэмп с пятницы по воскресенье, также хорошо проводил богослужение, лучше всех восхвалял, сосредотачивался на слове. Топ ремнант сегодня у нас — это сок Чанбин. Давайте поздравим его. Возьми кубок. Отправим тебе домой вкусняшки. Другие ремнанты тоже бросайте вызов, выполняйте задание. На этой неделе у вас задание — признаваться в любви родителям. А сейчас, восхваляя, принесем приношение. А сейчас познакомлю вас с миссией. Ремнанты, сосредоточьтесь. Путь, чтобы стать духовным саммитом, находится здесь. Те, кто хочет стать духовным саммитом, сейчас сосредоточьтесь. Детки, что это за крепость? Правильно, это Иерихон. Это очень большой город. В мире много разных трудностей. Но чадо Божье одерживает победу именем Иисуса Христа и может завоевать тьму. Наша миссия — вострубить трубу завета. Эту трубу мы будем делать вместе с вами час. Час у вас будет школа пятницы, суббота, воскресенье. Все вместе соберемся, сделаем трубу и будем сокрушать всю тьму. Выйдет пастор, помолится за приношение, закончится богослужение, молитва благословения.
объявление для родителей. Субботу? С 1 июня начнется регистрация на Всемирную конференцию Remnant. В Кинтексе будет проходить конференция с 29 июля по 2 августа. Это время фестиваля, и родители, возьмите выходной на эти дни. Все родители, зарегистрируйтесь вместе с ремнантами. Пожалуйста, все зарегистрируйтесь на конференцию. Помолюсь. А сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа, огромная любовь Бога Отца, действие Святого Духа над всеми ремнантами, которые с детства запечатлевают точную благую весть и одержат победу над миром, подобным Иерихону, над молящимися родителями и над преподавателями. Да пребудет всегда вместе, отныне и вовек. Аминь.